Да, я поговорил с вами, Вакан, и... Хмурый... Хмурый кот. Да, у меня опять интернет лагает. Сегодня мы будем снимать такой видеоролик, как сбежать из тюрьмы. Вот наш молодой человек сейчас тут погиб. Но я хотел на него испытать кое-чего. Ну ладно. Эй, блин! Да не надо. Я хотел ударить, это он так, нас секунду, сгивал, так, ребята, мы я без звука настрою, потому что нашего хмурого кота еле-еле будет слышно. Так. А у меня все нормально. У меня на видео все нормально, я слышу. Так у тебя нормально, ты сейчас будешь слышать, а я... А зрители мои не будут тебя именно слышать. Так, дискорд на максимально. Я пока что на паузу поставил. Так, тогда я Roblox уменьшу чуть-чуть на 50. Да, все, думаю. Да хватит меня пить, конечно. Все, мы... Я тебя спасу! В общем, сегодня мы будем снимать ролик, как сбежать нормально из тюрьмы. Давайте же приступим к записи. Один. Первым делом мы сначала должны найти полицейского. В нашем случае полицейский не, я уже... близко. Полицай! Вы где? Полицай! Молодые полицаи! Вон они, молодые полицаи. Там стоят. Ну ладно, ты где? Котяра. Я уже помаленьку сбегаю. Я уже знаю, где. Ты уже ты где, ё-моё! Не надо в стенки, дебил! Надо... Ай, ладно. Я хотел показать другой вариант. Ну ладно. Давай. Это мой! Хоба, я пробрался на полицейскую базу. Я пробрался на полицейскую базу, прикаляй. Ладно, я пошел. Прикаляй, я спрятался у полицая под столом. Ребята, если вы сейчас это видите, то поверьте мне, это нормальный способ сквозь стеклышко пробраться. Давайте демонстрацию включу, и ты сейчас это посмотришь. Не. Смотри, видишь? Сёма, я... Смотри, видишь? Мне норма. Я спрятаюсь здесь, стою, жду, пока полицаи нормально пройдут. Сёма! Да. Я уже... Так. Забираем всё. Забираем всё. Да блин, пистолет забери. Так, бинокль. И все, и обратно под стол. Под стол. Под стол. Хова, и я спрятался. А вот ниндзя. Я ниндзя, я спрятался под столом со мной, товарищ. А там полицай пробегает, но ничего не вдупляет. Где мы? Он проходит на базу, забирает. Почти на машине. Мне скоро машина. Ну, у тебя уже машина, да. А у нас с ребятами там полный капец. Мы с товарищем прячемся под столом и ждем, когда кто-нибудь из полицай уйдет, чтобы добыть нам вертолет. Так. Так, не... вот два полицая сейчас на базе. Сёма, уйдем. У меня машина есть. У тебя машина есть, она надо... пережить время, пока полицаи все уйдут. Все, мы... Так, давай. Так, мы тут с товарищем обсуждаем, что нам дальше делать. Так. Ты, все товарищи тебе... пошли за вертолетом. Прикольная машинка, Пётр. Ну... Да сколько ж можно, а? Ну идите, дед! Так, у моего товарища случай ноги. Ноги не торчат, слава богу, а то бы он нас спалил. Харе танцевать, лезгинку! Ёмай! Вот, давай! Мы спалились! Мы спалились, Дима, мы спалились, мы спалились, мы спалились! Иди нафиг! Мы спалились, ребята! Из-за того, что мой товарищ меня сдал. Красава, товарищ, я прям в тебя верю. Окей, я в тюрьме. Ладно. Еще один вариант вам подойдет, это обворовать шкафчики. Но это слишком долгий и есть скучный процесс. Поэтому идем к следующим вариантам. Димон, едь сюда.
Ребята, еще один вариант, если на поле будет вертолет, вам повезло. Садитесь и нажимайте G. Потому что вы можете спрятаться на веревке под землей. Я вот так в моем сейчас случае. Там вертолет стоит. Почти ночь. А, мало вероятно, что мне. Да. Все. И вертолет не собирается взлетать. Ну что это такое? Ладно, Дима, я сейчас. Так, еще один вариант, ребят, так как это новая карта, то тут появилось дополнение. Так. Что, что надо? Что тебе надо от меня, Хозу? Хозу меня прибыть забирает, Второй вариант это просто нужно. Второй вариант это следить за полицейским и своровать у него карточку. Как своруете карточку, бегите к новой части. Так как это новая обновленная часть, то можно сбежать сквозь вот этот вот люк. Нет, садитесь и бежите вперед. Прямо по ручью надо бежать, обязательно по ручью. Я сейчас дойду до конца и все вам покажу. Итак, ребят, мы сбежаем. И мы находимся сейчас на том месте, где спавнится у нас все машины. Садимся в машину и едем до... Я подойду. Ты где? Так, вон ты где, вон я тебя вижу. Ты на вертолете, Тёма? Не, я на машине, видишь тоннель? Блин, вперед в тоннель, короче, гони. Блин! Я в тоннеле, так как меня сейчас могут поймать, так. Не могу. Вот, все. Погнали вперед. Следующим вам пунктом, как вы сбежали с тюрьмы, вам надо добыть оружие. Где можно добыть оружие, мы сейчас покажем. Останавливаемся возле магазина Guns. Подъезжаем куда-нибудь поближе, прыгаем и бежим вперед. И там у нас завалялся калаш. Старый русский калаш! Обстреливать! А следующим темпом я вам рекомендую ограбить какой-нибудь магазинчик. В моем случае это сейчас я вам покажу. Ай. Дайте. Так, Дима, вот глайдерс. Давай ты обчищи глайдерс. Ты глайдерс. А, быстро. Нет? Тихо, пожалуйста, мне. Так. Блин, как вот тут выехать? Ограбить. Дай мне. И ограбляем его на... У меня удалось, я ограбил его на $250. Ну, отлично. А я? Давайте, давай быстрее и поехали. Я им еще должен показать место, где можно получить... Сема! Я тебя ненавижу, ты мои деньги все собрал. Ладно, садись, давай я тебя довезу. В общем, едем теперь в этом направлении. Смотрите внимательно сюда, если вы хотите найти одну вещь, где будет бесплатно находиться всякие разные шмотки. Так, едем прямо по дороге. Да, уже я, что-то мы медленно едем. Погоди. Едем прямо. Едем. И вот тут вот будет возле моста вот такая тропинка. Сворачиваем влево и едем по тропинке. Едем. О, у меня бублик. У меня бублик. Есть. Не бублик, а пончик это, Дима. Ну. Я потом выпрыгиваем из машины и бежим вперед. Вот здесь, у нас находятся инфилы вещи. Здесь это включая машины, еще одна Ламборджини. Только она платная. И три вещи. Это первое, снятие костюма. Второе, это оружие. Дробовик и пистолет. Забираем и садимся в новую машину, так как на старых уже гонять не вариант. Так, ну я думаю вот эту вот. Садимся. Давай, садись. Или ты, ты себе уже нашел. Только не в ту сторону, а где это? Exit. То есть ты делаешь разворот и едешь вот сюда. Сёма! Я чуть в лаву не упал! Так, едем вперед. А там стекло, Дима, ты бы не упал все равно. Так. И разворачиваемся нормально. И едем прямо. Всё!
пропукались и полетели. Опа, какой красивый перевалёк. Ты здесь, его? Всё. На дискотеку. Теперь можно ехать ограблять банки. Ну, так как Поехали. У нас нету карточки полицейского, то мы не можем ограбить банк, в котором находится очень много денег. Поэтому мы возьмем обыкновенный ювелирный банк, в котором находятся все всякие разные драгоценности. Ну, попробуем точнее это сделать. Поэтому я сейчас поставлю на паузу и подождем процесса, пока у меня все получится. Так, ребята, мы попали в магазин, теперь нам надо бить стекла. Бьем стекла и получаем за это деньги. Так, я уже добыл 1000. 1500. И последнее стекло на этот раз. Так, ладно, я это тогда швартую. Все, у меня 2000 максимально. Теперь я побежал наверх, давай быстрее. Так, бежи наверх. Здесь нас ждут препятствия. Сейчас наше главное препятствие не попадаться на красные кружки. Если мы попадемся, мы можем запросто погибнуть. Так. Сворачиваем и бежим. Ай, хп мое. Так, бежим. Why'd you have to leave me when I needed you the most? Cause I don't really know how to tell you without feeling much worse. I know you're in a better place, but it's always gonna hurt. Carry on.